Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardra Sat.Info, перед нами Samsung Galaxy Tab S7 FE. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве открыть какое-то приложение в плавающем окне. Для этого мы открываем какое-то приложение, к примеру, настройки, и нажимаем на три палочки. Или же, если у вас управление жестами, свайпаем снизу до серединки, отпускаем здесь палец, видим такое же меню, нажимаем на значок нашего приложения, которое нас интересует, и выбираем «Открыть» в режиме всплывающего окна. Вот и все, теперь наше приложение плавает по вот такому вот экрану. Нажав на вот этот пункт, мы можем бросить наше приложение в угол, если я не ошибаюсь, нажав на вот этот вот пункт. И что, оно так все уменьшается, в любой момент можем нажать на него и открыть его в окошке побольше. Можем сделать его прозрачным, можем открыть его в полноэкранном режиме. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!